Всем привет на моем 32-м стриме. Сегодня мы завершаем, я надеюсь, прохождение игры Urban Strike. В тот раз, вчера, к сожалению, мне пришлось очень резко прервать. Ну, так бывает. Я, в принципе, предупреждал, надо было просто раньше заканчивать, скажем, перед началом уровня в Лас-Вегасе. Так. Стоп, а из игры звук есть вообще? Да, звук есть. Так, изображение. Все. Напоминаю, значит, в тот раз мы остановились на том, что в Лас-Вегасе у нас город оккупирован террористами, и мы захватили вражеского командира, это раз. Дальше уничтожили целую кучу радаров, которые оповещали о присутствии, в общем-то, меня. И теперь третье задание – это уничтожить блокпосты, которые Мелон поставил на въезд в город и никого не пропускает. Уже я два уничтожил, остался только один. Ну, полетели. Да, Тор, привет. Снова вертолет. Но я думаю, стрим будет очень коротким, потому что тут осталось проходить вообще. Ерунда. Не, стоп, я что-то не слышу звука из игры толком. Он правда тихий такой? Ну-ка, стоп. Сейчас посмотрю в микшере, странно. Странно, а почему вот тут звук есть в меню, а звука вертушек нету? Ну, вероятно, какой-то баг, что ли. Странно, звук стрельбы есть, а звук вертолета нету. Походу баг какой-то. Ты уничтожайся. Снова сломал? Да не, это... Просто... Такое изи мод для ушей, чтобы не слушать этот шум вертолета постоянно. Так, я взял жизнь, у меня 4 жизни теперь. Но зато мало брони, потому что пока я ее брал, меня немножко потратили. Ну где вы там? Вот эта вот автонаводка, она такая не очень. Вот я хотел. Зачем он, когда взрывается, он стреляет еще в него продолжает. Я хотел в другого уже, а он не хочет. Ладно, четвертое задание. Улицы. Очисти улицы от войск неприятеля. Улицы города патрулируются отрядами Мэлоуна. Освободи Лас-Вегас от техники захватчиков. О, вот их очень много. Вот это вот реально боль. Жизнь боль сейчас покажется. Стелс. В какой-то степени, да. Тем более радары я уничтожил. Ну сейчас начнем зачищать вот эту вот город, это долгое тоже задание. И там куча такой неслабой техники, вот эти зеленые танки. Не, ну без звука вертушки это вообще как-то что-то левое. Надо по идее полететь, сесть на посадочную площадку и потом он восстановится. Но я это не планировал выключать. Так. Брони вообще нету. А у нас показывается броня? А, да. Беру боеприпасы. Беру броню. А где она?
А, вот она прячется. Так, и скоро понадобится горючее. Ну ничего, пока что постреляем. Следующий. Так. Следующий. Ну, в принципе, я сейчас быстро продвигаюсь. Они сейчас ослабли сильно, потому что если радары не уничтожить, то это вообще жесть полная. Тут невозможно. Ой, а чё, он не уничтожился? Да лол. Да ты чё? А вот и горючее, кстати. О, беседка. Нет, беседка. О, уничтожил боеприпасы. Что-то я затупил. Еще не это, не проснулся, наверное. Правда, я уже на работу съездил, ну, неважно. Так, где у нас боеприпасы тут валялись? А вот, кстати, звук появился. Это что за прикол? Как это взять-то? О. Ладно, полетим к следующему. Кто там у нас? А, боеприпас. А, ну да, только что взял. Где? Где-то? Я тебя не вижу, это плохо. Не понял. Где? Лол. Что за прикол? Не понял, нету. А, блин. Это друг... Я... Ну это боеприпасы же показываются. Вон эти точки-то. Реально что-то еще это... Сплю, походу. Да, выделил боеприпасы. Ну-ка, он уничтожится здание, интересно. Да не, ладно, слишком долго. О, беседка. В беседках может быть прикольные вещи иногда. Но в этой не было ничего. Может, там беседовал кто-то, я не знаю. Уже выполнено? Ну нет, я пойду дальше. Только беседки уничтожу. Все, нет беседок. Так, следующий давай. О, броня лежит. Полезно. Так, да возьму боеприпасы, по-моему, тут полным-полно просто вообще. Бери, не хочу. А, тем более тут такое днище есть. Тут. Да что он крепкий-то такой? Ой, он аннигилировался. Пора брать горючее. О, а что так далеко?
Блин, не успею уничтожить этого. Или успею? Все. Можно лететь за горючим. А, у нас вон горючее есть. Там сверху, а нам как раз туда и надо. Ну, не знаю, в подъездах, как обычно, Тор. А, так, пятая подстанция. Взорви электростанцию. Ну, стандартная штука. А, на окраине города расположена тепловая электростанция. Уничтожь ее, чтобы обесточить вражеские системы ПВО. Но вначале мне надо взять горючее, которое по пути, в принципе. Ну, я легко до него долечу. Там оно уже освобождено. Синдика, это что такое? Так, ладно, летим на электростанцию. Там, по-моему, зенитки охраняют. Ну, в общем, куча всех. Ребята разные, прикольные. Раз. Два. Закончились хеллфайеры. А где у нас боеприпасы? Далеко? Синдикат, это типа игра какая-то, я что-то слово. Так, мне бы боеприпасы взять, но там появился танк. Скорее всего. Ну, в смысле, я вроде помню, что он там есть. Так, да и броню тоже надо взять. Ну-ка, да, я помню про тебя. Отлично. Казино. Захвати казино Мэлоуна. В казино находится местная штаб-квартира корпорации. Прежде чем приступить к наземной миссии, ты должен уничтожить охрану. Ну и сразу там следующая наземная миссия. Посади вертолет и отправляй в здание казино. Ну, летим, спамим всех, садимся и на этом. Ну, не все, а, ну, будем бегать в казино. По-моему, надо было просто казино себе присвоить и юзать. Накопили бы деньги на новую войну, там, ну, все такое. Только там почему-то были нарисованы вот такие пушки слабенькие, а стоят в реальности зенитки. Вот оно, это здание. Ух ты ж, как это было прикольно-то. Да. Ну, садимся в него, заходим. Итак, казино «Монолит», построено в 2001 году. Менеджеры казино предупреждают охрану о твоем присутствии. Ликвидируй менеджеров и крупье казино, прежде чем они смогут предупредить охрану. Здание восход торчит. Следующее. В этом павильоне заперты заложники. Взорви павильон с кассами и освободи заложников. Будь внимателен. Павильон не уязвим, пока над ним горит красный фонарь. Ну, тут в данном случае мы будем по порядку выполнять, поэтому... Пойдем. Блин. Пошли. Что они прям взрываются как-то. Аж пепел остается. Тут такие приколы есть. В этих вот автоматах. Но я потом покажу. В этом, по-моему, нету.
Да, тут только боеприпасы. Все, крушим казино, чтобы ничего не было. А вот деньги можно взять. Как говорится, нашел мое. Почему бы нет? Так, вон то к зданию, к тому лучше не подходить пока. А вот тут у нас Элвис. Причем, если я возьму броню, он еще и затанцует. Попозже возьму. Но я-то сломал террористское эти на казино. Так что я все-таки освободитель. Так, так, это обвигаем. Уничтожаем пушки. Нормально вот это казино вообще, то, что тут эти пушки стоят. Так, мне еще боеприпасы не нужны, мне 7 ракет. Где? Вот они. А второе? Стоп, а что там еще? А еще? Еще в самом конце что-то упустил. Нормально, что люди взрываются? Ну, наверное, а почему нет? Может, у них эти пояса шахидов? Так, вторая. Ну, я уже читал, в принципе, про павильон с заложниками. Надо пойти их. Так, это обрекаем. Броня. Ну да, возьму вот броню тогда сейчас сразу как раз. Ой-о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 й. Жалко, музыки нету. Открываем. Нам вип-доступ нужен. Все. Следующее. Почетные гости казино заперты в вип-зале. Убей охранников и освободи гостей из заточения. Они знают, где находится секретное убежище Мэлоуна. Ну, если знают, это нам пригодится. Значит, тут все по принципу воруй, убивай. Нашел деньги, бери. Нашел охранников, убивай. Вот под охранником был ящик с боеприпасами, но это, видимо, норм. Он прям стоял на нем, что ли? Так, а ну открывайте. Тук-тук-тук. Убежище Мэлоуна находится в пустыне Невада. В одной из касс обмена находится шаттл, который доставит тебя туда. Как? Интересно. В обменных кассах установлены пулеметы. Ликвидируй пулеметы, установленные в кассах обмена. Будь внимателен, кассы неуязвимы, пока над ними горит красный фонарь. Да.
Поэтому нам придется искать те, которых нет красного фонаря. Ну, вроде бы вот это крайнее, на ней уже нету. Да. Следующее. Вот тоже нету. Бабло. Броня 61, вообще плохо. Опа. Возьмем-ка. Бегать человечком не торт, а что ты хотел? Какого-нибудь меха? Или на вертолете сюда проникнуть? Я попадаю? Странно. Вот. Танк? Ну нет, танк не очень. В танке только ты играешь, да. О. Это пригодится. Тут еще одного Элвиса нету. Так, следующий какой? Готов. А, давно в танки не играешь, ну я понял. Надеюсь, мне хватит брони. Кто там? А, нет, это не кто там, это я туда направил. Он не стреляет. Подождите, почему? Следующее. Найти шаттл. Найди шаттл и отправляйся на нем в секретное убежище Мэлоуна. А где же этот шаттл, а? Интересно. Я тут постою на воздухе. Все, пройдено. Остался последний уровень. Отправляемся в главную базу Мэлоуна, где находится оружие, вот это лазер. И тут нас ждет вертолет. Какая удача! Я до сих пор не понимаю, что это такое, как он тут оказался. И вообще, если это в пустыне, почему там просто авиаудар-то они нанесли? Ну как-то это, ладно. Да хватит лазера постреляем, ну, вряд ли. Твоим мечтам не сбыться. А, ну да, первое задание — уничтожь технику противника. Уничтожь всю вражескую технику, обороняющую этот сектор. Особое внимание обрати на стационарные пушки. Ничего сложного, в принципе. Но, правда, тут есть вот такие прикольные вещи. Ну, вот из опасной зоны, конечно, уходить лучше.
Да уничтожь ты его, ну. Так. Главное вот эти все вкусняшки обезопасить. И после этого уже можно и полетать. Так, где у нас еще техника? Аннигилировался. О! 660 еще броня. Так, а ты кто? Уходи. Здесь своих нету никаких тут. Нет каких-то людей, которых. Там заложников или кого-то. Здесь только враги. Так, боеприпасы берем. Там кто-то появился, что ли? Печалька. Что мне с ним делать? Понять и простить? Что ты делаешь? Ой, жесть вообще. Ого, против него, из него осталось нормально. Сейчас добьем. Ну все, в принципе, база осталась практически без военной техники. Ну, правда, есть там стационарные турели, но это вот сейчас как раз мы туда и прилетим. Так, берем боеприпасы. Броню тоже надо взять, наверное. Хотя... Ладно, посмотрим. Взорви бараки. Взорви бараки, чтобы нейтрализовать пехоту противника. А что с горючим еще есть? Вот барак один зачистили, взрываем. Следующий. Итак, следующее задание. Пульт управления лазером. Уничтожь охрану и взорви пульт управления лазером, прежде чем он успеет нанести очередной удар по нашим позициям. Ну, насчет прежде чем, это так, игра слов. Ну, то есть у нас таймер не идет. Так что просто летим и начинаем потихонечку заспамливать. Target found. Консоль такая. Ну да. Надо было сделать это, типа, цель на себя. Ученых, кстати, я могу вроде захватить, но, по-моему, их высаживать некуда, я чуть не помню. Так, баг. Сейчас, может, успею тут бомбануть. Они в крестике нолики играют? Да вы офигели. Что, броню? Да нет. В принципе, все, ничего не надо.
что, не очень, да? Когда стреляют по... Вот он, лазер этот, закрытый. А, и тут же вот компьютеры системы нацеливания. У них тоже компьютер системы нацеливания лазера, чтобы прервать связь со спутником. Ну, я, в принципе, тут просто все уничтожу. Да, важная научная работа. Ну, типа, мозг должен отдыхать, иначе работа пойдет на смарку. Оп-оп-оп-оп-оп. Ты чё, не попал? У меня закончились пулемет. Так, все что ли? Но ваша система уже не жизнеспособна. О, да ладно! А почему меня даже не предупредили? Пека. Ну ладно. Защити ангар. Уничтожь ангар, в котором находится лазер. Ну вот. Подожди, стоп, как? А, не защити, а защитный ангар. Вау. Вот он. Лазер. Но уничтожить мы его не можем оружием. Почему-то. Но он из мега-супер какой-то там стали сплава сделан. В общем, неубиваемый простыми ракетами. Следующее задание. Бункер Мэлоуна. Бронированный бункер Мэлоуна усиленно охраняется элитным отрядом наемников. Уничтожь их и взорви сам бункер. Ну, элитный отряд, это, конечно, громко сказано. Но там турели такие неплохие на самом бараке на этом. Так, по порядку, давайте по одному. Один есть. Вот, главное тут турельку было уничтожить. А, тоже тут сейчас кто-то подъедет, это все фигня. Да и то я даже не помню, подъедет ли кто-нибудь. Схвати Мэлоуна. После взрыва бункера Мэлоун пытается сбежать. Не дай ему уйти. Вот он, Мэлоун бегает. Все, иди сюда, на крюк тебя. Вы выиграли битву, но вам не выиграть войну. Уничтожь лазер. Мэлоун пытается взорвать себя. Как можно быстрее доставь его к лазерной пушке и высади там. У меня есть 28 секунд. То есть он это на себя нацепил. Уйди. Быстрее, быстрее. Сколько? 11 секунд осталось. Ну. Лол, ну ты будешь высаживаться? Не, ну у меня была мысль все сделать. Блин, ну меня всегда это раздражало. Я не раз было, что я фейлил на последней вот этой штуке. Я не понимаю, что нужно сделать. Он должен его высадить туда и взорваться. Но почему он этого иногда не делал? Что я сейчас неправильно сделал? Я не знаю. Блин, надо было сейф-тест сделать. Ну ладно, зато стрим, а то сейчас стрим за 40 минут закончился. Это слишком мало.
Ну, главное, что я теперь не буду ничего объяснять, просто лечу и спамлю всех подряд. Получай. На. На. Ой, ты чё, крепкий, что ли? Так, надо зачистить зону вкусняшек. Так, еще кто-то там есть. Уничтожайся. Так. Зато, может быть, без это без падений получится в этот раз. Ну, просто в тот раз я просто зафейлил тупо. Да, брони еще много. Где-то тут появился, я помню. Чё? У меня закончилось все. О, 35 брони мне оставил. Ну, почти что я повторил подвиг. Опять эти все компьютеры уничтожать. Как долго. Так, ты мне напомнил про ГГ, у меня планшет в сон ушел. По-моему, мониторы вообще не обязательно уничтожать, главное компы. Ну вообще логично, смысл, что мониторы какой-то вред наносят, что ли? Лучше потом поставят на пеку. Закончились. Здесь тоже надо подчистить. О, круто было. Так. Бараки надо уничтожить. Так, мне боеприпасы надо начать взять. Хорошо, что этот уровень довольно-таки короткий, можно быстро все заспамить, если норм будет. Бери, ну чё ты глупый, что ли? Ты чё, гонишь? Лол. Оставить крестики-нолики. А ты кто? Ты внеплановый. Так, теперь бараки. Попри, он не хочет идти вертолет. Так, вторая выполнена, третья выполнена, четвертая выполнена, пятая выполнена, шестая мигает.
Так, у меня там броня есть? Есть. Боеприпасы. Давай тьму, их тут тонна. Горючее есть. Так, что у нас тут? Главное, вот эту сразу уничтожить, все. А то она неприятная, снимает, бывает много. Ты вообще не в тему тут. Да, мне бы брони не хватило, кстати, если бы я не взял. Да, на ГГ мне смайлы как-то не очень нравятся. Сейф стоит. Так. Чё, полетели? Ну, короче, не зря сделал сейф стоит. Я... Это вот... Как раз таки проблема, то что я включил трехкнопочный контроллер. Я хотел на него Hellfire пустить, нажал кнопку А. Кнопка А — это сброс этого чела. То есть мне Hellfire вообще нельзя выпускать. И нужно нажать кнопку А, значит, блин, ну. Вот так вот. Мне интересно, я лбом разобью этот экран. Пройдено. И все, игра пройдена. Ну, как я и говорил, стрим коротенький будет. Что у нас тут? Все уничтожено, все захвачено. И все, отдыхаем на пляже. А телефон разрывается, типа, следующее задание. Перевод на русский язык, компания «Новая игра». Спасибо, в принципе, нормальный перевод. Конечно, с косяками там, даже жесткими, но это лучше, чем ничего. А игра, кстати, 94-го года, то есть всего через год вышла. Как Call of Duty сейчас, каждый год выходит. И вот там выходило каждый год. Ну, игра, конечно, классная тоже. Jungle Strike лучше, по моему мнению, мне она больше нравится, но это тоже классная. Правда, вот, например, если так придираться, ну, например, вот взрывы мне больше нравятся в Jungle Strike. Тут они какие-то не очень. Звуки, опять же, ракет как-то не такие немного. Сам вертолет, в принципе, выглядит, мне кажется, получше. Ну, как-то интересно. Ну, они типа хотели его как 3D сделать. Оцифровка Сергей Лавашов и Иван Ивлев. Не понял. Сценарий Алексей Левашов. Лол вообще. Как так-то? Константин Разумов. Че, Electronic Arts давала ее в России делать? Я не понял. Или просто. Или наоборот, русские туда поехали работать. Странно. Что-то как-то не обращал раньше внимания. Ну, главный продюсер Майкл Лобогайн, естественно. Давай покемонов кач? Кач? Нет, покемонов... можно, в принципе. Ну, в общем... ладно, досматриваем титры. После этого выключаю. Соответственно, стрим заканчивается. Вопросы, если есть, пожелания, предложения, жалобы,
то можно писать в чат. Ну, а я на этом заканчиваю. Выключаю микрофон. Всем пока.